Снова всем welcome. Это снова я, DNGP. Сегодня хорошая погода. Я решил немного прокатиться на байке по мотомагазинчикам, посмотреть, что где продается, где какие цены. И вообще в целом показать вам заодно. Едем. Вот девушка едет на хабе. Карри Хаус. Я, кстати, что-то покушать хочу. Надо будет потом заехать покушать еще. Но на данный момент и нам главное успеть до темноты хотя бы заснять там магазин, а там реально сделали офигенное место, прям мотомекка на самом деле. Там очень много магазинов появилось, ну раньше не было. Там появился магазин Хускварны, Триумфа, Хондовский полноценный магазин появился. Насчет Ямахи не знаю, но скутеров очень много появилось. Вот, нам как раз сейчас направо. Но я не буду заходить сейчас в магазин, если честно. Здесь надо на весь день приезжать. Тут очень много всего. Тут вот, начиная с этого, магазин Сокс. Далее Red Baron. Пожалуйста, там три этажа мотоциклов. Далее туда вон Триумф, там магазин новый появился. С противоположной стороны там магазин вон Хонды от КТМ, там же их Хускварна, где КТМ. Давайте заедем, посмотрим, что там. Вот как это все выглядит. Харли Дэвидсон, здесь Плаза. Вот видите, просто огромная площадь. Кавасаки, Сузуки, скутера разные. Ну, красиво сделано и так вообще вот оформлено. Вот даже гаражи такие есть, мотоциклетные. Байк-молл. Байк-молл, там, видите, даже это Дукати. Ну, Дукати он и раньше был. Здесь вот Дукати. Сервис-технический центр. Еще что-то тут. Так, ну мы туда не поедем. Мы сейчас здесь развернемся, наверное. Что тут у нас? Как я уже говорил, я внутрь не пойду, но это просто... Блин, до хрена времени уйдет на это. Сейчас заедем на парковочку, глянем. Вот здесь видите скутера. И вот этот Юмедиа, там известный магазин подержанных мотоциклов. Там два, даже три этажа лыжных мотоциклов. Очень много всего. Парковка. Вот мы находимся сейчас под зданием этого Харли Дэвидсона. А вот видите Honda. Их там просто тьма. Вы посмотрите, сколько там их наверху законсервировано. Там КТМы. Кати, толкай, мучайся, да? Да, это прикольно, конечно. Ладно, мы сейчас тоже туда же направо съездим с чуваками. Здесь вот раньше был оффроуд, вот здесь стоял магазин, но его убрали. Да.
Поедем, съездим на Шимовский пляж, там вдоль побережья проедемся. Там хорошая дорога, красиво. Возможно, гамбургер какой-нибудь заточим там. Там классные гамбургеры с Гавайев продают. Вот ты какая тачка, смотрите. Я не знаю, это Линкольн, походу. Честно, в американских вот этих машинах не особо разбираюсь, особенно старых. Да, погода сегодня самое то, как раз покататься, как раз посмотреть, что где как, поездить. В Плазу мы потом заедем в другой раз. Там есть на что посмотреть в этой Плазе. Ну а у нас сегодня покатушка, поэтому просто едем кататься. Так скажем, показать вам Японию. Магазины-то уже я много поснимал. А вот вверху идет платная трасса. Конечная в этой платной трассе. Здесь выезд и на Шиму как раз. Ну вот она, видите. Да, вот этот выезд с правой стороны. И мы едем на... Там что играет? Теннис? Теннис большой. Это хорошо. Ноль эмиссии. Вот Лиф новый едет впереди. Ниссан. Ниссан Лиф. На поворот, наверное, стоят, да? Ну, тут на поворот и не только. Это уже Чигасаки. Чигасаки, оно же Иношима. Вот моя любимая заправка Enos Energy. Там принимается очень много способов оплаты. В частности, я использую ANK. Это такой типа брелок маленький. На ключи вешаешь, и можно им расплачиваться. Он привязан к кредитке. Очень удобная штука. Не надо с собой никаких кредиток, ни денег свозить. Просто приехал, приложил, и все. Он водонепроницаемый. Пластик там такой. А вот она пошла на, как бы... Дорога вдоль побережья. С правой стороны находится именно океан уже. Там пляж, океан. С правой стороны слева. Ну, жилая застройка вот за этим лесом полосой. Здесь просто плохо видно. Как-то он странно едет на этой Хонде, я не понимаю. С гнутым номером. Видимо, любитель превышать скорость под камерами. Потому
что обычно номера никто не гнет, а этот прям реально его загнул прилично так. Ой, этот ученик вот впереди едет. Вот с этим значком зелено-синий. Ой, зелено-желтый. Это... Машин сейчас много, кстати, из-за того, что многие едут на пляж, с пляжа, туда-сюда, обратно там. Очень много автомобилей, особенно тех, кто на выходные выезжает куда-то на природу. Жесткий. И это, я вам скажу, еще не самый загруженный день. Бывают дни такие, что здесь даже не протолкнуться, не то что вот так ехать, а сплошняком машины идут, и очень сложно ездить. Это на тему отсутствия пробок. Японии очень много. Шашлычком пахнет. Кто-то, видимо, барбекю делает. Сейчас, кстати, очень многие ездят на пляж, на барбекю делать. Там очень много площадок барбекюшных. Что так? Ученик опять. Кататься по побережью, где пальмы, море, или как океан, пляж, вон сидят, барбекю делают, это классно. Единственная проблема, когда сильный ветер с этого пляжа, песок летит в еду, и вся еда будет в песке, это очень неприятно кушать. Но когда нет сильного ветра, в целом нормально. Мы иногда тоже ходим с семьей на пляж. Хвойные леса такие идут вдоль, и все огорожено. Блин, вот я не понимаю, зачем они огораживают лесополос? Почему нельзя сделать там какую-нибудь, аллею или дорожку там внутри, чтобы люди могли гулять, свежим воздухом дышать? Зачем огораживать вот это все? Нет, понятно, что данные деревья здесь посажены для того, чтобы песок сдерживать с пляжа, чтобы он не улетал в город, и чтобы не попадал людям в дома. Но все равно можно же сделать было.
где летают большие, жирные. Жирные вороны летают. Мне нравится эта дорога. На самом деле, одна из моих любимых дорог, вот это вдоль пляжа. Здесь всегда свежий воздух, хорошо, свежо. Там, где сама Инашима, вот этот островок, там очень много разных мест, где можно отдохнуть. Тот же дельфинарий, аквариум, потом разные кафешки, смотровые площадки. Это, наверное, одно из немногих мест, где реально можно, ну, отдохнуть в Японии. Потому что все остальное, ну, как бы не очень интересно для меня, если честно. Всякие храмы, Камакура, там все остальное, ну, это такое себе. О, серфингисты. Здесь, кстати, да, вот на Инашиме очень много серфингистов. И прям живет недалеко. Они прям в 5 утра приезжают сюда на велосипедах с досками сбоку, там вешают их и покатаются с утра пару часиков и на работу. Да, здорово. Да, как вы можете понять по моим видео, я не фанат всяких храмов и всяких исторических мест в Японии. Поэтому такого контента у меня очень мало, но и мне не особо интересно блуждать по этим вот старым развалинам. Единственное, есть места, которые действительно интересные, ну, с точки зрения вот посмотреть, вот если они на самом деле сохранились еще с тех времен, нетронутые, скажем так, не отреставрированные, а нетронутые, и вот и посмотреть, как вот люди просто жили в те времена, ну, разок можно. Я, если честно, давно еще там, ну, ездил по разным местам, смотрел городки такие небольшие, старенькие прям. Вот, но живя в Японии достаточно долго, уже больше 10 лет, и могу сказать, что, ну, мне, если честно, это уже поднадоело, потому что все эти городки, они однотипные. Старенькие вот эти городки, где можно посмотреть на что-то. Вот он, пляж. Кстати, здесь очень много народу. Если вы не любите, чтобы много народу было, то здесь не очень хорошее место. Потому что сюда приезжают в основном все со всей Японии, практически с Токио, там, с других городов, китайцы, и все туристы тоже едут. Да, ну вот здесь, видите, серфинг-школы, Макдональдсы, кафешки, вон, Ocean Resort, спа тут, мотели. Сейчас помедленнее поедем, чтобы это все рассмотреть внимательно. Туалеты вот бесплатные, Мос-кафе, Мос-бургер и кафешка с ним. Фрирайд. Вон она, Инашима, с правой стороны, это вот смотровая. И с левой стороны лобстеры. Кафе. Девочки здесь все красивые такие ходят. В юбках, в шортах. Жарко, потому что... А вот аквариум местный. Рестораны, бары. Да, здесь уже это въезд туда. Чем мы туда поедем, не поедем, я не знаю вообще, стоит ли туда заезжать или не стоит. Там на самом деле, ну, как бы, особо-то смотреть не на что.
Ну, если вы там не были, то рекомендую. Там хорошая такая тропа для хайкинга, можно пройтись, посмотреть. Но если вы там были уже раз, то я не думаю, что вам будет интересно особо туда. Камера-то работает вообще? Нет. То может вообще не работает. А нет, смотри-ка, работает. Но батарейка на исходе, скоро кончится. Да. Надо было заехать куда-нибудь покушать. Сейчас что-нибудь сообразим. Сообразим куда-нибудь. Тут вот дороги. Да, вот эта дорога туда. На Иношима, вот она вправо уходит. А влево там дорога на этот, покушать там, улица. Я здесь проеду вообще, нет? Ну, что тут? Чего вы здесь встали? Кого вы ждете? А, туда въезд запрещенный, дрянь, батон. Там пешеходная улица в выходные дни, да? Давай чуть проедем прямо. Автобусная остановка здесь, и вот китайская лапшичная. Чё, такси? Такси вызывали? Ща подвезу, чё? Давайте, садитесь. Кстати, здесь рядом, вон там находится Камакура. Буквально здесь, не знаю, ну, минут 15, наверное, пешочком. 15-20 пешочком туда, и можно посмотреть на этого Будду большую. Большая статуя Будды там. Блин, батарейки нет. Ладно, вот такой вот небольшой вот видос, небольшой пробег на мотоцикле. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все последние изменения о канале, о новых видео, уведомления, а также всю информацию о моих планах. Ну все, до новых встреч, увидимся!